В семье Березуцких четверо детей. У каждого свои интересы и пожелания к Новому году. Сейчас глава семейства делает в доме ремонт. Бюджет на подарки сильно ограничен. Исполнить мечты юных анапчан помогли специалисты социальной защиты и волонтеры. Большое спасибо соцзащите и отделению помощи семье и детям. Они за постоянную помощь и поддержку. Они все время нам помогают. Инициатором акции стал кубанский фонд «Край добра». Традиционно их идеи поддерживают в муниципалитетах. В сборе средств и подарков огромную помощь оказали анапские волонтеры. Они рассказывали жителям курорта о проводимых акциях и собирали контактную информацию. Чтобы купить для детей новогодние подарки, Управление социальной защиты установило елки с открытками детей. На них юные анапчане написали пожелания Деду Морозу. Точки были распределены у нас, если на территории муниципалитета, это торговый центр «Красная площадь», семейный гипермаркет, где на елке, настоящие елки были, помимо игрушек, находились снегирьки с пожеланиями детей, люди, обыкновенные люди, граждане нашего города, гости нашего города тоже необходимо отметить, потому что очень много людей, они пытались даже сами отвезти подарки, отвозили сами подарки детям, которые приехали сюда на отдых, пусть даже и зимой, тоже оставались неравнодушны к этой акции. Помимо игрушек, семьи получат приглашение на новогоднюю елку в городском театре. До конца декабря подарки доставят почти 150 детям. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.